Приветствую вас. И вы знаете, со стороны выглядит все очень позитивно, в том смысле, что вы действуете открыто, вы действуете так, чтобы не ущемлять своих интересов, и в этом смысле все более чем здорово. Действительно, мужчина либо поймет вас, да, то есть отнесется к вам с пониманием в этой ситуации, либо нет. И действительно, как бы вы не обязаны терпеть, вы не обязаны там себя ущемлять в чем-то и так далее. Мне кажется, это очень справедливо, очень очень справедливая история, которую вы, пишете, вот. Но проблематика заключается в том, что вы как будто бы не уверены в себе. А это раз. Вы как будто сомневаетесь в себе. Это два. Вы как будто чего-то боитесь. Это три. И на мой взгляд, это вот, собственно, и есть в некоторой степени ваша проблема. Вот серьезная проблема в этом заключается, не в том, что вы можете или не можете сказать, а именно в том, что вы сомневаетесь в себе, вы сомневаетесь сами себе, вы сомневаетесь в себе. И на мой взгляд, это вот основная трудность, что вы не доверяете своим собственным ощущениям, вы не доверяете своим, вероятно, собственным чувствам. Вот, и из-за этого вам несколько сложно. Вы переживаете за молодого человека, который, в общем-то, преследует свои цели, который, в общем-то, действует в соответствии с тем, что он хочет, который действует в соответствии с тем, что ему нужно, и это, кстати говоря, нормально. Вот. Поэтому ситуация здесь такая, что вам бы нужно повышать уверенность в себе, уверенность в собственных силах, уверенность в собственных чувствах. Значит, тогда ситуация будет более для вас позитивна. А пока вы будете тяготиться этим, мужчина может ощущать ваши колебания и пытаться этим манипулировать. Причем даже не обязательно, что он это будет делать специально, да, он может это делать неосознанно, он может это делать просто в силу, так сказать, естественности данного процесса. Вот, поэтому это нужно учитывать обязательно. Вам это необходимо учитывать. Вот, в принципе, такой ответ я
могу вам дать. Это вот то, что можно ответить вам прямо вот на текущий момент. В целом это достаточно позитивная такая у вас тенденция, да, она подходит не всем, вот, да, она не для всех, она может быть воспринята негативно, вот, но, повторюсь, вы не обязаны отвечать за переживания своего партнера. Вот. А партнер не обязан как бы отвечать за ваше желание, в принципе. Вот. Поэтому момент здесь такой. Если вас волнует то, как ну, если вас волнует мнение окружающих, если вас это беспокоит, то имеет смысл поработать над уверенностью в себе. Но в целом ситуация более чем адекватно, брат, потому что вам так хочется. Брат, потому что для вас это важно, да, вот. Для кого-то это не важно, а для вас это важно. И относиться к этому нужно с уважением. На этом все. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, ваша ситуация будет разрешена.